Итак, германская загадка. О шифровальной машине «Энигма» сказано, пересказано и писано, переписано. Однако вклад наших специалистов в историю битвы криптографов освещен весьма тускло. В этом я убедился здесь, на Кубани. Вот мои доводы. Германская шифровальная машина живьем попала в руки командования Красной Армии уже в 1941 году под Москвой во время декабрьского наступления на Клин. Имея действующий образец, наши криптографы способом обратного инжиниринга нашли секрет кодировки. Англичане того же результата достигли гораздо сложнее, затратив уйму времени. Их можно понять. Близость противника они измеряли сутками морских переходов или часами подлетного времени бомбардировщиков. Близость же противника под Москвой или под Сталинградом измерялась броском гранаты и выстрелом в упор. Именно поэтому командование Красной Армии охотнее доверяло разведданным, которые были добыты традиционными способами.